конце июня изменяется график движения некоторых поездов из-за ремонтных работ. Так отменяется поезд Полоцк-Могилев-Полоцк с отправлением из Полоцка-Могилева 22 июня. Более подробная информация на сайте Белорусской железной дороги. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» 11 июня прибыл в Полоцк. В проекте были задействованы 20 студентов-волонтеров Полоцкого госуниверситета. Ребята осуществляли координацию посетителей, сопровождали группы на протяжении экскурсии, обеспечивали соблюдение санэпидмер. 22 июня в Полоцке состоится велопробег «Беларусь помнит». Стартует колонна в 14 часов от Вечного огня на кургане Бессмертия. Участники пройдут через деревни Чернещина, Копцево, Коллективная, по улице Ефросинии Полоцкой, проспекту Франциска Скорины и финишируют в Музее боевой славы. Сотрудники Новополоцкого отдела по чрезвычайным ситуациям в выходные дни провели профилактические рейды в гаражном кооперативе «Радуга» и садоводческом товариществе «Строитель-2003». Спасатели напомнили горожанам о правилах пожарной безопасности, раздали памятки и брошюры.